Что касается меня, я бы, наверное, какую-то лирическую композицию выбрал, такой на разрыв, с надрывом, потому что это обычно очень хорошо заходит. Ну и плюс она мне просто подошла, потому что каждый участник должен раскрывать максимально свои лучшие стороны. Честно, мне очень нравятся низкие женские голоса, низкие тембры, чуть-чуть, может быть, хрипотцой. Вот, да, я вообще являюсь фанатом тембров, красивых тембров. Для меня может человек петь не так чисто и иметь не такой большой диапазон, но если запоминающийся тембр, для меня это гораздо важнее и цепляет больше. Могу сказать, что это очень сложно быть лидером сотни, объединять 99 других экспертов, направлять в какой-то степени, взывать к их справедливости, к объективности постоянно, напоминать им правила. Это непросто, потому что много разных людей, много вкусов, жанров, поэтому как-то вот всех объединять и в конце каждого исполнителя подводить какой-то итог выступления, это, конечно, непросто, но очень интересно. Я очень рад, что я являюсь лидером сотни уже 5 лет. Первый совет – подобрать правильный репертуар. Второе – общаться посредством песни со зрителем, с камерами, с экспертами, не прятать глаза в пол. Ну и третий совет – это получать удовольствие, показывать все, на что вы способны за эти 3 минуты, сколько вы на сцене этого легендарного шоу. Я никогда не сравниваю сезоны между собой, потому что участники разные, песни разные, все по-разному. Но чем отличается, на мой взгляд, этот сезон от предыдущего, там от 4-го, в 5-м сезоне больше поющих мальчиков, потому что у нас в основном девчонки были сильные в предыдущем сезоне, а сейчас пацаны очень круто себя показывают. Да, безусловно, я поддерживаю связь с финалистами, со многими победителями. Мы общаемся в соцсетях, они сейчас многие уже эксперты в сотне, поэтому, конечно, я стараюсь и общаться, и как могу поддерживать выходы их песен и их творчество. Каждым разом с удивлением смотрю на наших участников, с интересом. Безусловно, даже я, сидя на сцене как эксперт, что-то для себя подчеркиваю, чему-то вполне возможно учусь. Самое главное, что я для себя понял, это каждый раз, выходя на сцену, как бы ты ни волновался, нужно выйти и получать удовольствие. И смотреть в глаза зрителю, общаться с ним посредством песни. Yeah.